Ребята, мы уже в парке, и сейчас будем собираться, идти до места, так что приходите, подтягивайтесь. Ой, ебутся, кажется. Ребят, ебать, смотрите, цыганский табор, ведем уже, идем. Ребят, посмотрите, как мило. Это одна причина, почему я тебя люблю. Не открывается. О, так очень мило. Спасибо тебе, Лиза, огромное. Это пиздец, вы посмотрите, сколько вас, кошмар. Где влог из Болгарии? Влог из Болгарии. Привет, ребята! Ребята, это же! Большое вам спасибо за то, что вы были, и прошу огромное прощение, то, что со всеми не успели сфоткаться, потому что началась эвакуация, чрезвычайная ситуация в парке. Безумно рад видеть каждого, ваши улыбки, ваши глаза, блин, ну, блин. Ребят, я вас обожаю, обязательно еще буду устраивать и раз, даже хочу где-то поездить везде, как и обещал вам до этого. Говорю спасибо, и еще выкладываю фотографию, у девочки сел телефон или сломался, не знаю, вот, лови, как я и обещал. У меня когда-то были слова, то их сейчас нет. У меня нет слов, у вас есть, у меня как бы нет, ребят. Самое лучшее. Дня, ёбнешься нахуй, как будто всю жизнь не ходил. Сейчас время 23, как бы праздник, все отмечают для России. Зал половину на пол заполнил людьми. 23 часа, ёбнешься, настанешь. Ключей от квартиры нет, люблю, когда так, блять, сижу дома, никого нет, ни кукушка, ни кукарекает. Вот сижу у двери, не пержу. Буду ждать, когда кто-нибудь придет. Время 12 часов, как бы полнолуние, вампиры уже, блять, на работу вышли, а я сижу. Знаете, почему я люблю спорт? Потому что ты когда занимаешься, в принципе, я когда занимаюсь, от телефона как-то, ну, отдыхаю, а то он все время у меня в руках, как это масленица, знаете, блины жрем, вот то же самое, потом прыщам вся рожа обсыпалась. Так вот, и мне такое дело надумалось, я хочу, вообще жизнь это такая штука, в которой нужно пробовать все, адекватно, не пердеть в нос и нюхать. Я вот хочу записаться на вокал попробовать, и я буду петь, как говорится, под коврик, но с вай-фаем. Поймал Wi-Fi из дома. Ну, сижу, в принципе, посидим, как палочки Твикс, блядь. Гайморит. Ёб твою мать. Настроение, загар, пачку. Чтобы чувствовать себя достойно и уютно, у нас в лифте подстелили ковролин. Потому и не кусают, блядь, пиздец. Реально ковролин положили. Ебать, можно спать. Смотрю на себя в зеркало и думаю. Ебать, чудище, ты как сюда залезла-то, блядь? Ой, открылись ворота, брат. Ой, Ваня, наконец-то, блядь, меня допустят дома. Смотрели фильм «Ключи от всех дверей»? Вот это, были бы так, реально, я бы открыл соседям дверь и всю бы еду съел, и не сказал, что это я, и убежал бы. Я вроде добрался до своего дома. Теперь сейчас отдохнуть чуть-чуть, буду спать. Желаю всем спокойной ночи. Вот. И до завтрака. Волкодавы выходят на охоту. Спать. Вот всем добрым утром. Я сейчас ем яйца. Это пиздец. Я так соскучился по вот российской кухне. Потому что там вот эти все булки. Все вот это вот все такое мучное. Круассанчики в жопу себе засуньте, пожалуйста. Вот я яичницу включу. Ням-ням-ням-ням. 2 часа я столько всего переделал, например, встал, попердел там, позанимался. Очень интересная тренировочка была, я очень сильно устал. Вот, еще выложил видео со вчерашней сходки небольшое, так что посмотрите в профиле, если кому-то интересно. Знаете пословицу? В гостях хорошо, а в аирдрочке лучше. Так вот, я тоже не знаю, ладно. Вот сейчас пришел в аирдрочку, мне лечебный массаж как бы делают. Знаете, что всегда на массаже смущало, то, что нужно одевать вот такие поролоновые трусы. Смотрите, я взял рыбу. Она в прошлой жизни была ясновидящей. Видите, у него глаза такие ясновидящие. Пиздец, я в шоке. Не смотри на меня, мурандунда. Кушаем. Не пойдешь? Артем вернулся с Сочи. Привет, мой друг. Специально для тебя я подготовил 2-недельный марафон со своими фишечками, тренировочным планом и рекомендациями по питанию. Успей его купить до конца этой недели и приблизиться к своему совершенному телу.
придется пахать на максимум. Крутая игрушка, да, у меня? С Барселоны, блядь. Оказывается, говорящая, говорливая. Ну, с чем я буду засыпать и просыпаться? О, вот с этой хуебрылкой. Пиздец, такое услышишь, в обморок встанешь.